Здрасте. Ой! Ил Хомжон, правильно? Да. Все, все, правильно. Да слава богу, как у вас? Как колесо? Продали колесо? Нет, не продал, сломал. Сломалось? А что там сломалось? Аккумулятор? Аккумулятор давно, да. Колесо, но тоже что-то не так. Как называется там? Когда глючит. Вибрация дает, это значит стаканы разрушились. Это значит, что место крепления стоек к корпусу разболтались, либо раскрутились винты, либо разрушились стаканы, их надо усилить. Нет, этого я сделал. Да? Значит, может быть, стойки открутились от мотор колеса. Надо гайки затянуть. Нет, открыло, там починник поменял, все нормально. Ну, вибрация, она идет только вот из-за того, что контроллер может быть ослаб, надо прикрутить. Контроллер, может быть, просто открутился чуть-чуть. Надо его подтянуть, понимаешь? Илхом же он ко мне приезжал, он ездит на колесе МЦМ-4 у него, правильно я говорю? Вот. До электрического вела еще нет, на нем они, наверное, ребята деньги делают, или его негде держать? Негде держать, я хотел вам это отдать. Кого, колесо? Нет, там колесо, контроллер, все это, запчасти. Нет, пусть оно будет у вас, во-первых, мастер появится какой-нибудь, он вам сделает. Нет, я скоро домой еду. Скоро домой? Уже с концами поедете? Не хочется бросать. Я понял. Ну, можно выставить на Авито, и вы его продадите. У меня Авито не работает. Ну почему? Через другой телефон выйдете. Если что, через меня сможете закинуть. Телефон мой у вас есть? Есть. Все, если что, напишите, свяжитесь. Через мое объявление выложим, как есть, и отдадим. Встретите с человеком, денежки он вам даст и все можно отдаст. Можно еще это? Человек, можно забывать, как ездить? Можно? Конечно, попробуйте, давайте. Единственное, времени у меня сейчас немного, мне надо ребенка сейчас будет в лицей вести. Поэтому у вас время перекурить, а у вас время покататься. Без спешки. Расслабься. Главное сначала оттести, газ-тормоз поделай. Вот, чтобы привыкнуть. Всегда на чужое колесо встаете, всегда делаете газ-тормоз. Чтобы привыкнуть, как вам надо надавить, чтобы поехать. Без спешки. Конечно, не забыл, это как велосипед. Так что, Илхом Джон, здрасте. У вас процесс? Да, у нас уже закончился процесс. Молодцы. Да, плюс спасибо. Плюс один? Спасибо, да, плюс один, да. Отлично. Вы довольны колесом? Поздравляю. Не, он-то уже опытный. Да вас поздравляю. Я смотрю под ручьем. Ну, солнышко, погода. Организм сопротивляется. Да, да, да. Ничего, скоро привыкнуть, будет прохладно. Да, это лучший кондиционер. Когда самая страшная жара, 35 градусов было, на колесе едешь, какую хочешь температуру делаешь. Надо похолоднее, побыстрее едешь. Надо потеплее, помедленнее. Так что, Илхом Джон. Вы будете МЦМ-4 продавать, да? Люди, которые, если это видео срастется, они это увидят, если что, напишут, захотят. Ну, если что, через меня объяву можно будет кинуть. Остался только контроллер и колесо. Контроллер, колесо, аккумулятор. Вы что сделали с ним? Вы разобрали его, что ли? Совсем разобрали? Все понятно. Ну вот, на запчасти можно будет приобрести. Как вас зовут? Роман. Роман, Виталий, очень приятно. Будьте знакомы. Я заочно знаком, хорошо. Постоянный зритель. Хорошо. Ну, главное, колесом довольны? Пока да. Это колесо-диван. Это устаревшее колесо, очень плохое по конструкции, но все равно оно лучше, чем без колеса. Подвеска у вас работает же? Да. Дадите попробовать Илхом Джону? Давайте Илхом Джону. Подвесочное колесо попробуйте. У вас как человека, который работает? Самая грубая, рудиментарная подвеска, самая такая... Базовая. Главное, без спешки. Сейчас все плавненько. Подвеска лучше будет. Без спешки. Очень высокие, да, педаль. Давайте, спокойно, без спешки. Спокойно не зашагнули. Уронить, спокойно, спокойно. Ронять не надо, без спешки. И сейчас знаете, в чем прикол? Вот расставились, едьте, вот как на диване, попробуйте на нем поделать. Вот что мне нравится на нем делать. Хватает, хватает. Настроечка, если что. Это так. Ну вот, вы попробовали колесо. Только аккуратно. Помним, педали повыше, да? Маневренность повыше, поворот чуть-чуть другой. Без спешки. Без спешки, девчонок бережем. Ну да, по колесам нет. Не колеса меньше, а вес дают.
Все, друзья, надо мне сейчас ребенка будет вести, хочу еще закрепить чуть-чуть, пару минуток с вами проехаться. Спасибо, рад был повидаться. Илхом Джон, на связи, телефон есть. Хорошо. Роман, спасибо огромное, что дали попробовать Илхому. Всегда рад. Да. Все, давайте всем. Я сейчас ребенка в лицей повезу, и с вами давайте пару минуток прокатимся. Пускай бутылка будет в руках как раз, как упражнение. У нас еще кандидат. Здрасте. Виталий. Глеб. Как? Глеб. Глеб, очень приятно, Глеб. Довольны колесом? Ну, слава богу. Давайте завершим. К сожалению, ребят, сейчас времечки у меня 5 минут осталось. Ребенка надо в лицей, хочется закрепить чуть-чуть. Давайте. Хоп, у нас часовое занятие заканчивается. Хочу чуть-чуть прокатиться. Без спешки, расслабься. Выпрямись. Осаночку сделай. Осаночку сделай. Ручки выключи. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Ху, выдохнул, встряхнулся. Давай сейчас. Выдохнул, встряхнулся и за мной. Ручки выключи, ручки. Глазки подними от асфальта. Там ничего интересного. Выпрямись. 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 Выпрямись, ручки отпусти. Все. Все хорошо. Расслабься. Расслабься, выдохни. Глазки не опускай. Все. Все, дальше попробуй наслаждение испытать. Да, сейчас. Главное, главное, чтобы сейчас. Оно едет. Да, оно едет. Ну, сейчас мало того, что мы научились, мы еще встретили моноколесников тут. Да, посмотрели на другие колеса. А в будущем, когда встречаемся, обязательно попробовать. Чтобы вот это как другой автомобиль. Купили автомобиль, друг купил автомобиль, сели, попробовали, и вы сразу становитесь более профессиональным летчиком, управленцем, когда разные колеса пробуются. Это хорошо. Но есть ощущение, что поехал-то хоть ощущение, хоть чуть-чуть. Без спешки, сейчас кружочек сделаем, и я полечу. А то нам на Ваську еще надо ехать. Я в это не верю. Расслабься, расслабься. Главное, что я знаю, как будет. Да, поэтому расслабляемся еще. И с инструктором что хорошо? Потому что свое колесо вы не роняете. Все ошибки вам сразу по рукам бьют. То есть, но инструктор, чем плохо, он крадет часть счастья. Когда вы сами. Ну, слушайте, надо из бюджета. Насколько, как вы по бюджету? Бюджет в принципе не ограничен. А вы 14 тоже не ограничен. Не, не надо на V14. Тогда топчик сразу возьмите. Либо Kingsong 16X. Либо 18XL. Все, возьмите и все, и забудете про все. Это топ. А если не попрет? Нет, какой не попрет? Это колесо уже, которое не может попереть. Расслабьтесь, расслабьтесь. Если не попрет, мы всегда покупаем чехол для него и продаем с легкостью. Дороже, чем купили. Расслабились, грудь вперед. Ручки отвязали. Бутылку из одной руки в другую взяли. Вот, расслабились. Ручки отвязываем. Помним, рулим мы только низом. Рулим только низом. Расслабон, расслабон. Попрет. Большое колесо это уже все. Это уже топ. Большое колесо. Расслабился. Газ-тормоз сделал, чтобы почувствовать, что это ты газуешь, что это ты тормозишь. Без спешки главное. Хорошо? Дальше в удовольствие. Надо в удовольствие. Встал и полетел. Расслабился, расслабился. Забыл, как управлять, да? Ну надо. Ну хоть разик ты его уронил. Ну слава тебе, Господи. А то я ж думаю, что за уникум-то? Ни разу колесо не уронил. Нет, это уже у нас мышцы чуть-чуть устают. Что у меня получится ходу попить? Нет, получится, конечно, получится. Мы для этого вверх отвязываем. Сейчас и попьем. Просто мы когда начали руками действовать, забыли, что надо ногами тоже действовать. Согласен. Поехали, сейчас попьем на ходу, да. Расслабился, спокойно. Вот подрулил. Теперь крышечку взял, открутил спокойно. Спокойненько, смотрим на меня. Подруливаем, если что. Подрулил чуть-чуть, ножками. Выпрямился. Газку чуть прибавь, чуть побольше за мной едем. Чуть побольше газку, километров до 7. Расслабился, да, спокойно за мной едем. Все, блестяще. А сейчас, погоди, сейчас на камеру. Сейчас, подожди, зафиксирую. Так. Итак, у нас первый трюк. Пьем воду. Зачем нужно моноколесо? Чтобы можно было водичку попить. Почти получилось. Расслабься. Все хорошо, сейчас сделаем еще раз. Расслабься. Просто здесь у нас синдром сейчас сороконожки включился. Мы подумали, а как это мы сейчас будем рулить, когда мы будем пить? Не надо ни о чем думать. Расслабился, понял? Давай, поехали. Раз, два. Расслабься, выпрямись, осаночку покажи. Газ-тормоз сделай. Все, едь за мной.
Глазки подними. Показываем. Показываем мастерство. Все, расставил. Смотрим перед собой. Смотри перед собой. Банку откручивай, не глядя. Газку чуть прибавь. Газку прибавь. Вот, смеечку включай, если тебя куда-то тянет. Давай, давай. Спокойно, спокойно, спокойно. Открути крышку. Спокойно открути крышку. Спокойно открути крышку. И спокойненько попивай. Спокойненько, спокойненько. Ножками, ножками. Поздравляю. Молодец. Блестяще. Ну что, по времени я уже все, выхожу. Цейтнот. До машины сейчас доедем. Без спешки. Расслабься, расслабься, расслабься. Заставь расслабиться сюда. Выдохни, выдохни, встряхни. Всегда вот будешь ехать, всегда вот отвязывай, да. Хорошее упражнение, пакет попередавать. И глаза на асфальте не держи. Ты и так вот, когда вперед смотришь, ты все ямы видишь. А когда ты вот туда смотришь, ты не можешь ориентироваться. Мы как птицы, понимаешь? У нас и система торможения самая лучшая на колесе. И видим мы все заранее. Без спешки, глаза подними чуть-чуть. Расслабься. Сейчас в горку будем заезжать, чуть газку побольше, чуть газку побольше. Расслабься, расслабься, расслабься. Молодец, красава просто. Просто красава. Здесь парканемся. Давай до меня, до меня, до меня. Расслабься, расслабься, расслабься. Вон до того знака давай доедем. Без спешки, расслабься, выпрямись. Сейчас, погоди, 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 счастье надо. Расслабься, расслабься. Счастливое лицо хочу снять. Погоди, 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 погоди. Я ж, блин. Покажи мне счастье. Да. Доволен, что встал на моноколесо? Да. Сейчас опять не снял. Теперь меня в расколбас поехал. Давай, вот по кругу проедем. Сейчас, может, получится. Ху, выдохни, встряхнись. И попробуй еще раз бутылочку открыть. Расставься, глаза подними. Основная ошибка – глаза. Покажите мне счастье! Блин, вода кончилась. Ну я уже могу даже на ходу. Во! Ну слава тебе. А как я доволен, а? Друзья, становитесь инструкторами. Это необыкновенное счастье, когда ваши ученики встают на колесо. Вы, так сказать, счастье. Вы у них воруете частичку счастья, потому что быстро их ставите за один час. Но зато себе дарите столько счастья, каждый раз, когда ваш ученик едет, это такое небывалое счастье, что прям всем советую. Вот сейчас вроде как уже. Почувствовал? Вот это первый сигнал того, что надо быть аккуратнее. Без спешки, да, без спешки. Поздравляю. Я еду почти туда, куда без спешки, да, так и есть. Без спешки. Дальше только налет часов. Все, расслабон. Остановочка здесь. Фух, выдохни, встряхнись. Остановился, тормоз чуть больше, и ногу вот сюда.